конечно, не периметр, могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть бац с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, ничего себе, нет протезы какие. Так, полутерминатор. Артём, какой-то. Я тебя на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, я Что-то я не понял. Нет. Пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Пошли, Артём. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, о, нифига, тут на интерактивно еще. Понял. Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артём. Вы там осторожней тут. Ладно. Странный. Так, ну погнали. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Так, нормально стреляет. Еды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Так, у меня, если слышишь, честно... колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Это церковь? Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Так, ты где вообще? Ух ты, здорово. Так, а тут было, можно было спуститься. Ну ладно. Слышал? Проверишь, что там? Так, все вроде чисто. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше и не найти. Идем туда. Какая же красота, а. Это еще не на максимальных настройках, я вам это, в общем-то, гарантирую. Реально, посмотрите, как красиво здесь. Так, какой-то там полупоросенок бежит. Так, а вот сюда как-то зайти можно? Я просто патроны всех хочу понасобирать. Ну, посмотреть хотя бы есть, они тут нет. Потому что, блин, это будет не лишним. Артём, далеко не отходи. Слопают жену твою, что делать будешь? Артём, у причала есть лодка. Как закончишь, давай ко мне. Ага, ясно. То есть, ну, тут просто как это, как исследование, да? Такое небольшое, небольшую часть дали. Так, через кусты давай. Я просто как, знаете, так в надежде сейчас вот именно найти где-нибудь патроны здесь. А их здесь может не быть вообще. Понимаешь? Вот вообще. И оно, похоже, так и есть. Хм. Интересно, да? Артём, ну я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь.
Как устроюсь, вызову. Удачи. Ой, блин. Ага, понятно. То есть тут не так прям уж все просто, да? Да не, хотя так, мы сейчас сюда тоже зайдем. Похоже, тебя заметили. Артем, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. Ага. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Окей. Так, о, патрончики, неужели? Так, не, погоди. Я вот это вот хочу, но вот это сменить. Окей. Веревка? Зачем нам веревка-то? Я что-то не понял как-то. Нет, серьезно говорю, я этого не понял просто-напросто. Так, а это что вообще такое? Это что за полу... А, это этот же, этот, этот самый первый наш автомат, который в метрохе давался в этой, в 2033, которая, да? Блин, вот это классно. Это, блин, круто, то, что они сюда его добавили. Конечно, мне калаш мне все равно больше нравился. Но, все-таки это круто. Так, давай-ка развернемся. Так вот, так, надо туда. Как же, блин, красиво здесь, а? Так, окей. До церкви, по-моему, дошли. Так, погоди. Так, вот здесь вот ты что, пройти не можешь? Так, ладно, тогда погнали в их порт заезжать. Так, ну вот мы приехали. Thank you.
Так, погоди, что-то я не понял. Мне куда вообще надо? Вот сюда вот, что ли? Ладно. Отлично. Хороший тут у вас портик. Так. Пусто. Офигеть. Так. А, то есть те они меня не заметили, как я понял, да? Отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силанти выявились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите, тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит, уходи к лодке. Так, ну будем думать, тут нас никто не ждет. Ой. Это тут мне совсем не нравится, то, что тут товарищи ходят у нас. Опа. Нормально. Офигеть. У меня слов больше нет. Оп. Так, ребята, вы спокойно. Так, это там прекратил уже. Ну ж, спасибо. Сестра, вы еретика, не видели? Так, их тут двое. Двое это не очень так уж есть гуд. Еще не взяли вообще, что я еретик, а? Как-то. Просто так, да? Так, тут тоже двое. Не пойдет. Ой, тихо. Так, значит, мы не туда пошли, похоже, да? Что-то как-то совсем не туда. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Так. Да сейчас сюда попробуем слазить.
О, красота. Тут у вас тайничок, да, какой-то? И все? Только тут эти таблетки. Так, тот меня заметит, мне интересно. Не нашелся еще неверный этот. Да вы ищете? Так, тут ты делать ничего не хочешь. Так видели или нет? Не пойму я. Нет тут никого. Спокойно все. Где она сказала, тут лодка есть? Вот здесь вот? Да куда ты? А вы как думали? Ну и молодцы. Что-то вы как-то быстро очень все, ребят. Я, честно, думал, тут что-нибудь будет такое, этакое, знаешь ли. Так, вот тут, конечно, жалко, что нет ничего. Тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Да нет. Правда? Меня научишь? Я стал учить. Закрыто. Так, тут тоже, наверное... А, нет, смотри, тут открыто. А? Еретик? А, давай, давай, пристрели меня. Хоть бы и пристрелил. Thank you.
И вот куда мне здесь вот идти, а? Ребят, спокойно, я от вас просто всех сейчас перевырубаю, знаешь. Убивать мы, конечно, никого не будем. О, красота. И как-то все. То есть... Мне просто патроны нужны. Так-то. И все. Больше мне от вас, ребят, вообще ничего не надо. Правда, еще понять бы, вот куда идти здесь. Так, по-хорошему. Ага, тут тоже закрыто. Так, ну нам сейчас надо выбраться, да, как я понимаю? А вот как вот это сделать? Вот это вот я не знаю. А, вот здесь вот это можно было сделать. О, интересно. То есть, ну я был прав, похоже, да? Все же это можно было пройти по стелсу. Ну ладно, пофигу в целом. Погнали. Так, я надеюсь, сейчас никто тут, это чудо-юдо никакой мне не выползет. Господи, испугали меня еще. Недокрабы какие-то. Артём, сюда! О-о-о. Это что, босс у нас типа будет, да, здесь такой? Этот здоровенный рак. Ничего себе, вот это здравствуйте называется. Руку давай! Там какая-то фигня вообще плавает. Это, блядь, что было? Не, киты по речкам не плавают. Тем более в таких-то речках. Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди, в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти. А, это креветки, то есть это не эти, не. Никакие там не раки, не всякое такое, да? Хочешь сказать. Так.
Патрончики. Тут что есть? Тоже патрончики. Так, ну и давайте-ка мы сейчас до поезда, значит. И потом мы уже, наверное, будем закругляться. Сейчас я что-то вижу, там как-то у них не особо весело дела идут. Поэтому, возможно, нам его придется сейчас, конечно, отбить еще. Угу. А, не, все нормально. Смотри-ка, там что-то демон был, да, какой-то. Возможно. Возможно, кстати, что это демон был. Не, конечно, хорошо без противогаза, да? Не надо об этих фильтрах думать постоянно. Вот так классно. А вот и Артём. Вернулся из бездны оккупации НАТО. А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает. Они клевые. Катя, и Катя, спасибо и дочка вам за сведения. Катя еще и медсестра, кстати. Еще один вопрос. Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? А? Простите, не понимаю, о чем вы. То есть иностранных вооруженных формирований вы не встречали? Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. А так они все отвлеклись. А там и Аня нас встретила. Да, дядя Артём, спасибо. И жена у вас хорошая. Добрая и красивая. Артём, подойди, вот, пожалуйста. Артём, молодец, что спас их. Катерина сообщила нам важную информацию. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Будем думать, что с этими святошами на мосту делать. А теперь мы точно знаем, что мост в работоспособном состоянии. Они по нему сюда год назад перебрались. Но хоть что-то знаем, потому что в целом только запуталось все сильнее. А, оккупантов именно здесь может и вовсе не быть, они наверняка держат только ключевые районы. А, в любом случае, добравшись до Ямантау, мы узнаем все. Из источника высочайшего уровня. Руководство Москвы — это так, местное самоуправление, по сути. Так что сейчас нам нужно как можно быстрее преодолеть этот проклятый мост. Так, ну я думаю, мы на этом с вами попрощаемся. С вами был я, Артём. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео Осборна. За все это я вам, как всегда, говорю большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем, ребят, пока.